Привет, друзья! Концерн Калашников представил новый БПЛА СКАД-350М. Дрон является результатом модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БПЛА СУПЕРКАМ-350, который часто работает в связке с дроном Ланцет. Обо всех дронах есть видео на канале. БПЛА предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазоне. БПЛА СКАД-350М получил новую конструкцию крыла и управляющих элементов. В нем улучшена механическая прочность и надежность. Автоматизированы многие функции, внедрен автоматический режим работы и установлен новый контролер аккумулятора. Появилась новая целевая нагрузка, а также реализованы технические решения, улучшающие функционирование дневной и тепловизионной камеры. Также установлен модуль с обновленными алгоритмами, обеспечивающий захват и сопровождение цели. БПЛА СКАД-350М оснащен электрическим двигателем и способен развивать скорость до 120 км в час, при радиусе действия до 100 км, на высотах до 2000 метров. Вес БПЛА 15 кг, время полета до 4 часов. Запуск осуществляется с катапульты. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.